небольшой обзорчик, распаковка вот такой данной игрушки. Это машинка на радиоуправлении с пультом дистанционного управления, который работает на частоте 27 МГц. Очень маленькая машинка, которая продается в детском мире. Поехали распечатывать. Существует несколько разновидностей данной машинки. У меня получается вот эта модель. Игрушка на радиоуправлении. Изготовлена, срок службы 3 года. Изготовлена она, страна-производитель, Китай. Ну, есть вероятность того, что данную игрушку можно купить на просторах AliExpress. Игрушка веселая, интересная. Вроде бы как металлический корпус у нее. Прикольная антенка, которая прячется, которую не повредишь. Хороший кейс для переноски данной игрушки. Питается она от двух батареек формата АА. Итак, вот такая машинка на радиоуправлении. Нажимаем, открываем. Нажимаем, снимаем. Здесь у нас 27 МГц антенна. Антенна вкручивается в пульт дистанционного управления. Пульт дистанционного управления. Инструкция. И понадобятся две батарейки для того, чтобы запустить все это дело. Здесь на самой машинке у нас право-лево. Подстроить можно колесики. Ну и попробуем. Это задние стопы. Это передние фары. Здесь также есть еще шнур для зарядки. Мы его подключаем. И у нас отображается зарядка самой машинки. Зарядка тут недолго идет. Зарядка прячется у нас в сам пульт. Нам сигнализирует о том, что машинка разряжена. Да. Вот этот вот сигнал показывает, что у нас машинка разряжена. Сейчас мы ее зарядим, ну и попробуем протестить. Так, снимаем. Машинка у нас включена. Ставим ее. Нажимаем вперед.
Так, почему у нас это у нас вперед, это назад? Получается, что неправильно написано. Вот это вперед, это назад. Это поворот влево, поворот вправо, поворот влево. Да, все правильно. Машинка при езде у нее назад горят фары. Если она едет вперед, то вперед горят фары. Интересно, будет ли работать без антенны? Да, работает. Теперь прячем наш кабель для зарядки. Открываем место, наш гараж. Здесь у нас идет жесткая стыковка. Снимаем. Выключаем саму машинку. Далее вставляем машинку. Защелкиваем. И антенну, чтобы не повредить, прячем в специальное отверстие. Все. Остальное все прячется сюда. Вот такая вот маленькая игрушечная машинка с большим набором функций. Которая питается от двух батареек формата АА. Кому было интересно, ставьте палец вверх, покупайте себе данный гаражик для игрушки и игрушку на радиоуправлении для ребенка. Всем пока!